вид на город с самой высокой точки. Мы находимся в розовом саду. Вот парк, ривер и вид на город. Мюнхен Палас. Это резиденция принцев и корнпринцев Германии, Баварии. Мы видели очень много красивого, к сожалению, у нас не было батареи перезаряженной, она у нас сдохла, и мы вот сейчас только показываем верх. Shocked when you see that. And the original arch, the original triumphal arch was in Rome, or it comes from Rome. It's the arch of Constantine. And now we're going to pass our university, where you see the fountains to the right and to the left. This is Ludwig Maximilian, first pass over the river Isar again. Because we have our opera festival right now. To the right, the building, that's our opera house. And we are having opera festivals. Ask for the shop. Лучше отмывать соборы, чем отмывать деньги. Часы, которые бьют.
Подсвечены все окна, это так красиво. Подсветка снизу.
внутреннего парка, который окружает дворец Елизаветы II. Дворцового парка. Изу, которая протекает в Мюнхене, есть свои пороги и водопады маленькие. Эта колонна называется «Ангел Победы». Она была воздвигнута в 1800, в середине 19 века, в честь перемирия, достигнутого с Францией. А, действительно, это... И мы посмотрим сейчас аббатство, которое было построено Людвигом II. И история построена в 14 веке после того, как Людовик II, Людовик Барбарский, после того, как он поехал на коронацию на благословение Папы Римского, и в Италии увидел такой вещий сон в то время его сна на дереве. Ему явилось видение в виде Девы Марии, которая велела ему построить вот это аббатство. И когда он приехал после коронации, после благословения Папы Римского, он построил вот это роскошное аббатство, которое называется Этел Эбби. Внутри этого эбби, которые были выполнены итальянскими мастерами 14 века, и вот сейчас мы находимся во внутреннем дворе этого аббатства. Из цветов и вот эта резьба по дереву здесь, и идем смотреть замок.
Julian da? Замок Людовика II. Это что-то необыкновенное. Очень жалко было, что мы не смогли снимать камерой. Этот замок был построен за 9 лет, с 1869 по 1877 год. Это что-то необыкновенное. Он был большим поклонником бурбонов. Здесь очень много бронзы, мейзенского фарфора, подарков русской императрицы, малахитовые столики. Это восхитительно. Вот это сейчас перед дворцом. Мы сейчас пойдем смотреть грот. Вот белый грот. About the little tailor. So what happens when they need to repaint the well, they just have to paint the whole thing again, won't they? Yeah.
каждый из сюжетов сказок братьев Гримм. Сам Вольф, отель Вольф, есть ли что? Я вижу. Это же на фаг, нам на фагэшпилхаус. Бархам, вот этот центр, это девушки, которая славится своей резьбой по дереву, а также своими сюжетами на темы сказок братьев Грин, братьев Грим. И только что мы видели очень много элементов. Или я сейчас хочу узнать, что это такое. Один, наверное, из замков Людовика II. Замок, которого мы только что посетили, он правил страной около 28 лет, и у него никогда не было детей, он никогда не был женат, он был влюблен в своего... Thank you.